Я думаю, что Россия, конечно, выиграла геополитически, включив в состав такой прекрасный полуостров, как Крым. Во всех их геополитические, стратегические, для развития туризма, для просто населения. Но это мы не увидим результаты за один день. И не просто вот в связи с этим новым законом, о котором вы говорите, налоговым, да. Результаты мы не увидим за один день. Результаты произойдут через 10-20 лет. То есть первые какие-то годы, конечно, будем тянуть Крым, будем его вытягивать. А потом я уверена, что все-таки у нас не самое глупое правительство, все-таки у нас не самый глупый президент. И я уверена, что люди, которые принимали это решение, то же самое крымчане, когда мы они, поскольку сейчас моя семья из Крыма, да, принимали это решение стать частью России, субъектом Российской Федерации, да, автономной республики Крым, они думали о будущем. Они думали о дальнейшем развитии, и, конечно, я не видела, чтобы Украина так развивала Крым, а сейчас на этой новой волне я уже вижу, сколько людей ломанулись в Крым как туристы на добролетах, да, на этой новой авиакомпании. Поэтому через несколько лет у нас вообще не будет проблем, это будет одна... Я вижу Крым как новый Сан-Тропе, как новую Ниццу, там будут и кинофестивали, как вернется культура, в города Крыма, да, и, соответственно, я вижу это что-то какое-то средиземноморским лазурным берегом Российской Федерации. По-моему, это прекрасно.